начинается наше путешествие в Австралию. Ну что, мы уже в самолете. Готовимся к полету. Самолет Air New Zealand. Хороший, большой, международный рейс. Центр Сиднея. Солнечный, большой, много людей, детей, большие площадки, качели. Нам понравился. Вот такой вайб Сиднея. Шум, куча людей, смесь архитектуры. Прикольно. Мы поселились в наш первый отель в Сиднее. С нашего балкона вид на бассейн и на башню. Красота. Типичное австралийское утро. Нас разбудили попугаи. Они сидят на крыше, это кокоду огромные. Прямо огромные и кричат очень громко. Я вижу 5 штук. До этого мы подходили, видели 7. У них такие хохолки. Смешные. И вот они такие громкие. Одного кокоду мы вчера видели возле театра. Он тоже был громкий. А вот еще сидит с краешку. В общем, вот так вот. Австралия. А тут Сидней. Немножко дождливый, но все равно интересный. Так, мы взяли уже машину и едем. Вот нам солнышко выглянуло. И едем на пляж. И вот целая поляна попугаев, белых, огромных, кокоду. Просто сидели. На полянке. Загорали на полянке. Едем на самый популярный серферский пляж. Оказывается, он называется не Бонди, а Бондай Бич. Попытаемся словить солнышко. Машина хорошая, почти новая. Дороги хорошие. Правда, пропускают меньше, чем в Новой Зеландии. Все куда-то спешат. Приехали в очень красивое место, Blue Mountains, всего 1.5 часа от Сиднея. Это такой большой каньон, и горы действительно кажутся такого голубого цвета. Небольшой городок по дороге из Сиднея в Gold Coast называется Port Macquarie. Мы остановились там ненадолго
на кофе с булочками. Нам городок понравился, пляж хороший. Правда, на каждом шагу вывески, что аккуратно змеи. Мы поселились в апартаменте в Голд Косте на 3 дня. Эту квартиру долго искали, выбирали. На Голд Косте очень дорогое жилье. Мы выбрали такой оптимальный вариант. И, конечно, мы зашли, мы очень довольны, что мы тут будем 3 дня. Это просто супер. Это наша комната с огромным шкафом. Все новое, с отдельным туалетом. Душевой, все сверкает. У нас есть свой балкончик небольшой. Вот отсюда выход. Вот. И сейчас я покажу дальше. Покажу дальше зал. Так, привет. Тут у нас стиралка и сушилка. То есть мы будем стирать и сушить белье. Вот на самом деле оно так и должно быть. Все комфортно. Прикольно. Да, а очень тут, новое. Да, тут у нас шикарнейшая кухня. Можно готовить. Хорошая мебель. Здесь у нас небольшая совсем плита. Библиотека. То, что вот Лиза маленькая очень любит, да, можно читать. Огромный телевизор. Здесь можно всей семьей сидеть. Но вот на самом деле не хочется уезжать. Все это окна. За занавесками это все окна. 9-й этаж с видами на пляж. У детей своя комната и своя ванна, что ну вообще прекрасно. То есть на самом деле так и должно быть. Вот. Будем стремиться переехать в такой дом, чтобы было тоже все. 2 кровати. Картина огромная. У них тоже есть, получается, у них нету выхода на балкон, у них панорамное, да? Да, панорамное окно открывается. Сейчас покажу вам. Идем, Саша, покажем балкон большой. Да, давай. Ой, балкон, это, конечно, мы завтра уже будем наслаждаться. Там у нас вот прямо через дорогу пляж. Ой, как хорошо тут. Вот, тут можно сидеть, завтракать или ужинать. Это все наш балкон огромный. Тут можно, не знаю, фитнесом заниматься, спортом. Вот. Голд Кост — это вот такие высокие здания, гостиницы. И вот там видно, вот буквально прямо через дорогу, вон пляжик и океан. 9-й этаж. Шикарно. А, вот она. Мечта увидеть Голд Кост. Вон там через небольшой залив. Смотрится, как в каком-то фильме высотные здания прямо на берегу. И мы сейчас сюда едем, всего 30 минут от нашего небольшого городка, где мы остановились на 3 дня. На пляж мы забежали всего на 5 минут, потому что мы хотим поехать прямо в центр Голд Коста сегодня погулять. Тут классно. Кенгуру, боже мой! Боже, как мне страшно! Это невероятно! Это просто парк в Австралии на Голд Косте. Мы просто заехали, ничего не платили. И везде знаки, что можно увидеть кенгуру и куалу. Боже мой! Вот они тут просто живут. Вау! Вот это да! Столько кенгуру мы еще не видели нигде. Подходить очень близко не будем, но попробуем. Где мы еще увидим кенгуру, как не в Австралии, да? Прикольно. Живут тут.
вкус был кофе. Погода сегодня шикарная, пляжная. Сюда нужно приезжать не на неделю, а на две. И не спеша отдыхать. Сегодня вода вообще теплая, с Новой Зеландии. А, вся. Искупался в Австралийском океане. Здорово. А там, вдалеке, очень хорошо. Видно сегодня Голд Кост, там, где мы вчера гуляли. Здорово. Вау! Голд Кост с высоты 77 этажа. Такая широкая полоса пляжа. Вечерняя прогулка возле отеля. В гостиницу пошли, в апартаменты, мы решили еще прогуляться. Очень красиво. Так, городок, в котором бы хотелось пожить какое-то время.